Всем здрасте. Да. На сегодняшний день, то бишь уже на 5 мая 2020 года. В нашей стране, как говорится, еще до сих пор не ввели ЧС, но передвижение по улице также и есть. Кстати, забыл сказать. Меня зовут Анатолий, и я с города Надым. Надеюсь. Сразу говорю, сейчас никакого сценария, просто, блядь, то, что есть у меня, я просто напросто выскажу. Вот. Чтоб руки ничем не занимать, буду немножко светиться перед камерой. Вот, на данный день, получается, у нас почти 1000 якобы зараженных. По факту. Ну, это вот со слов губернатора нашего Ямало-Ненецкого округа, не больше. То, что якобы у нас там зараженные вахтовики, ну это в принципе стандартная ситуация, ОРВИ и тому подобное. Может что-то крупнее, ну по факту я не знаю. Я не врач, я не медик, и я не слежу за всем этим. Как говорится, только слухи, которые плавают на поверхности, ну, вглубь всех этих слухов мы, в принципе, не ныряем. Вот. Что еще нового? Все так же я сам передвигаюсь по городу, да, я не сижу дома, я не стараюсь как-то самоизолироваться. Потому что я не вижу в этом никакого смысла вообще никак. Все прекрасно понимаю, что... Блять, ой, извините, конечно, за мат. Все прекрасно понимает то, что самоизоляция и тому подобное, карантин, ну, по сути. Что из себя сама представляет самоизоляция? Вообще, в принципе, ничего. Просто сидеть дома. То бишь, а те, кто находится в твоем окружении, находясь даже дома, они должны тоже быть на изоляции. То бишь, допустим, семья, да, вот семья из 4 человек в двухкомнатной квартире самоизолируется. Каким боком? Не знаю. Ну, главное, самоизолируется. Это же самое главное, вы чё? Чё еще можно сказать? Были такие ситуации, когда меня останавливали на улице, да, к нам подходили в часть сотрудники, как говорится, полиции. Говорили за самоизоляцию, за карантин. Основного довода я, в принципе, от них не услышал, не увидел, потому что, ну, нет такой статьи, как, типа, нарушение самоизоляции или распространение коронавируса. Ну, они ж не знают, болен я или нет. Если был бы болен, мне бы хоть какие бы, не знаю, там, показатели были бы. Но в данный момент просто нифига. Чем могу еще сказать? По поводу... Да, в принципе, пока что все. А, да, по поводу, кстати, нашей постройки, вот этого самого танка, который мы строим, ну, вот, то бишь, вездеход. А, временно мы это все приостановили, потому что человек в феврале или в конце января, или в середине февраля, короче, ездил там по своим делам, мотался, выезжал, как говорится, из города. Приехал сюда, потом опять уехал. В общем-то, такая у них, короче, коллаборация произошла. Он там кое-что приобрел, кое-что продал. И сейчас, в принципе, находится просто-напросто на самоизоляции. И тот гараж, в котором мы, грубо говоря, все это строили, сейчас немножко занят другим. Я давно там не был, поэтому пока что ничего сказать не могу по поводу того, что там сейчас данный происходит, потому что гараж не мой, гараж того парня, с кем мы снимаем данный видеопроект. Вот. Но постараемся побыстрее выпустить уже
можно сказать, четвертый ролик, да. То, что последний у нас вышел в январе месяце, а уже май. Не переживайте, все будет хорошо, все будет отлично. Мы постараемся, может, как можно быстрее. Ну, с этой гребаной самоизоляцией нифига пока ничем обрадовать не могу. Вот. Мы так же, как и вы, хотим быстрее закончить. То, что сейчас придет лето. И у меня уже есть на лето некие планы, которые я хочу сделать. А если же вы видели, у меня на канале появился плейлист с велосипедами, типа покатушки, веломоторы и тому подобное. Вот, у меня там есть видео, где я заказывал двигатель себе на велосипед. Двухтактный одноцилиндровый движок F50, типа китайский. Вот. У меня, как говорится, накрылась голова, причем в конкретном месте с поршнем. Вот. И я хочу сейчас ее восстановить. Ну, я уже, в принципе, нашел запчасти. Я закажу, я отремонтирую. Это все будет. Я сделаю такой небольшой видеообзорчик на это все. И сделаю обкатку двигателя. Да. И уже выложу вам на общее обозрение. Потому что, в принципе, я, как бы сказать, любитель поковыряться с такими действиями, как вот стройка вездехода нашего танка, получается, и этот подобие велосипедов. Кстати, на велике я буквально недавно увидел, что у меня там заднее колесо что-то шатается, походу, возможно, подшипником хана, так что, скорее всего, либо здесь просто-напросто подтянуть нужно, но это мы до этого доберемся, пока мы с ним до этого. Вот. Ну, пока что, ребята, все. Больше ничем вас обрадовать не могу. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки на это видео. Ну, а я буду дальше, как говорится, самоизолироваться. Вот. Все. До скорой встречи. Пока.